Ежемесячно более 1000 пенсионеров из клуба «Ветеран» встречаются с представителями власти, чтобы получить ответы на злободневные вопросы. Заключительное заседание с мая по октябрь в дачный сезон «Ветераны не встречаются» получилось праздничным, с концертом и поздравительными речами от временно исполняющего обязанности губернатора. Павел Коньков рассказал об экономической политике региона, о строительстве школ и детских садов, о спортивных и культурных мероприятиях. Пенсионеры подготовили несколько десятков вопросов главе региона, но все они остались без ответа. По традиции клуба ветеранов гости отвечают на следующей встрече. Конечно, все вопросы прежде всего к губернатору об Украине, значит, внимание к политической жизни страны. Это вообще-то настолько, вот такие вот встречи настолько активизируют человеческую жизнь, особенно после 60-70, они становятся активными бабушками, они готовы пойти на баррикады.